Под видео, где я богатый, где я живу богатую жизнь в Брукхейвен, вы просили снять самую бедную жизнь в Брукхейвен. Поэтому сегодня я становлюсь бомжом, и мы с вами начинаем быть бомжом, конечно же. Поэтому бегом переодеваться. Я хотел сказать, пошлите домой переодеваться, но так как дома у нас нет, поэтому я предлагаю пойти в метро переодеваться, потому что мы все-таки бомж, правильно? И... О, кстати, вот этих штук не было. Слушайте, я во время новогоднего обновления даже не залазил туда. Нормально. Так, давайте спрячемся, чтобы нас не было видно. Вот так вот встанем. И все, я готов переодеваться. Отлично. Прекрасно все видно. Так, давай так. О, замечательно. Итак, как выглядят бомжи? Ну, явно без короны. Явно без короны, и она им не нужна. В каких-то обносках. Оборванских таких обносках, конечно же, поэтому у нас тут есть уже заготовочка прекрасная, мне нравится. Давайте коричневый, коричневый, чтобы... О, вот это по-бомжатски, да, так я понимаю. На самом деле, быть бомжом не так уж и плохо. За квартиру платить не надо, вообще прекрасно. Так, и я даже не знаю, какое лицо должно быть у бомжей. Ну, точнее, примерно я представляю, но я не представляю, какой-то, что в Брукхейвен-то выбрать. Надо что-нибудь такое злобное, может быть. Или... Я даже не знаю. Чё так тяжело? Ладно, давайте вот это. Все. Ну, хотя, хочется, знаете, такое лицо... Ну, вот слишком такое серьезное. Вот это лицо не вызывает, так скажем... как будто бухой. Вот, как будто бухой. Надо найти какой-нибудь... Как будто бухой. О! Вот это тоже надо. Вот это замечательно. Я готов вот это начинать. Так, аксессуары у меня какие-то надо, значит. Мы найдем сейчас какие-то аксессуары. Может быть, какая-то... Это... Сумка какая-нибудь. Что это? Это что, ленивец? Ладно, давайте обойдемся без ленивца сегодня. Что это? Почему это не выбирается? О, выбралось. Короче, без ничего будет. Единственное, что возьмем, это пропсы вот эти вот. Все, идем бомжевать. Что нам нужно для того, чтобы бомжевать? Это можно было бы сделать в метро. Но в метро никто не заходит. Поэтому будет тяжело в метро бомжевать. Так, что мы можем взять с вами? Ну, давайте спальный мешок. Вот это возьмем обязательно. Палатку, я не знаю, есть смысл брать палатку или нет, но давайте возьмем. Ребята, спешу вам сообщить, что у меня обновился мой официальный мерч. Ведь скоро Рождество, и рождественские костюмы будут как нельзя кстати. В моей группе в Роблоксе ты найдешь полный ассортимент этой красоты. Сделал все я, лично я, да, поэтому не забудь купить брендовую шмоточку от Брайса. Также ты можешь померить и посмотреть вживую эти вещи в моей игре, где вышла новое обновление, зимняя рождественская распродажа. Ты можешь купить там вещи, померить их и насладиться зимней атмосферой в моей игре. Спеши, ссылочка на группу будет в описании, там ты найдешь как мой мерч, так и мою игру. Поддержи канал и приобрети мерч Брайса. Хотя, по-моему, ее отсюда убрали. Убрали отсюда палатку, да? Да, убрали палатку, значит, мы не можем отсюда ее брать. Давайте отсюда. Отсюда мы сейчас все с вами тут найдем. Такс. Где палатка? Отлично. Значит, о, тут уже кто-то это поселился. Значит, мы бомж, и я предлагаю поселиться прямо возле магазина, чтобы нам деньги давали. Так, давайте вот мы сейчас сюда вот поставим палаточку, значит, вот так вот замечательно. А далее, что мы поставим? Давайте поставим свою кровать вот здесь, да? Тихо. Ставься в кровать. О, прекрасно. Можно, я не знаю, какую-нибудь бутылку. О, стаканчик, стаканчик, прекрасно. Ой, замечательно. Во! Где от меня? Не нужно это деньги ваши. Давайте сюда деньги. Так, нужно еще что-нибудь поставить такое. Надо поставить вот это, чтобы все, чтобы, ну, как бы все знали, что вот здесь бомж живет, чтобы они вот обращали внимание на меня. Прекрасно. Окей, интакс. И что у нас еще может пригодиться вообще? Я не знаю. Давайте попробуем вот это поставить. Это у нас якобы... А, твою мать! Ладно, все. Мы теперь... Так, потушите меня, пожалуйста, кто-нибудь. О, все, прекрасно. Ну что нам остается делать? Сидеть, значит, сид. Вот так вот тут сид.
Достаем, значит, это. Да, день. Не могу сесть, кстати. Точнее, не могу вытянуть. Поставить как-нибудь. О! Слушайте, а выглядит-то прикольно. Ай, твою мать, опять жопу поджарил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, спокойно. Все, вот, ставим так. О, прекрасно, прекрасно. Слушайте, оно освещение даже дает, офигенно. Да твою мать, опять, да что за говно тут происходит? Сраный костер, зачем его поставил? Уже 10 раз пожалел об этом, блин. Все, больше не больше это. Держись. Так, ну и давайте назовемся, как бы, бомж, как нас будет звать? Бомж, бомж Эдик. Вот, бомж, понятно, просто Гена называйте мне. Гена, все, прекрасно. Так, ну, я бы не сказал, что тут как бы есть люди, чтобы, ну, которые могут как-то мне, не знаю, вон там кто-то... О, подожди, может быть, мне тоже поставить эту штуку? Сейчас, погодите. Такс. Вот, я думаю, мания, мне нужно... Господи, что с моей рукой? Такс, я думаю, это плохая идея. Так, давайте сейчас мания... Нет, for money... For водка, давайте. Money... А водка нельзя. For juicy, давай. Money for juicy, давай. О, так, уйди отсюда, я тут бомжу. Мала, уйди отсюда, я тут бомжу, слышишь? Иди, пора тебя, ты ж по голове не треснул, швабра этой, ты. Иди, сказал. Или, так, как мне тебя сейчас в ухо тебе палку засуну, тебе понятно? Алёша, давай, иди отсюда. Олег. Олег, да, неправильное имя написала, посмотрите, Олег ее зовут. Ты какой Олег пишется, не так? Дурында. Да, ладно. Денег дай! Дай денег! Оу! Шоу! Денег дай мне! Давай сюда деньги! Давай, деньги дай! Отоп? Я не отоп, я Гена. Денег дай мне! Если есть деньги, давай сюда. Или я сейчас этот... Бабахну тебе. Те I am poor, бро. А, она тоже? Ты тоже, братуха. Пошли, пошли. Давайте, пошли, кам. Я себе подругу нашу. Ой, прости, она не понимает, что это пишу. Кам, 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 погнали со мной. У меня это, есть где жить. Идем. Идем. Где там, малая, дай денег. Ладно, погоди, не надо, а то она мелкая. Все, у меня тут это есть. Ты можешь здесь жить. Давай, you can live here. Давай, садись сюда. Все. Я как бы... Черт, полиция, прячь водку, если есть. Если есть водка, прячь водку, быстро. У тебя есть деньги? Мадам, олень. Дай мне денег. Или что у тебя есть? Thanks you, пожалуйста, давай, садись. Только это, мы в магазине живем рядом. Ты там ходи в подворовую что-нибудь, ладно? Там водку или еще что-нибудь. Потому что я давно не пил вот эту водку вашу и все. Понятно? Хорошо. Мама? Какая мама? Нам дети не нужны, слышишь? Для бомжатской жизни дети не нужны. Иди отсюда! Что отсюда? Так, сейчас мне найду ее. Швабру прогнать, эту малую паскудницу надо. Так, пошла отсюда. Пошла, сказал, отсюда, давай, бегом. Бегом отсюда, сейчас я тебя зашпульну. Тихо, полиция. Полиция, тихо, тихо. Ого, ля, тут вообще весело. Ого, да. Слушай, ну, что она пишет? Я не знаю, что она пишет вообще. Куда? Это мой палатку мою не сбей, офицер. Дай денег, офицер, у тебя есть деньги? Офицер, дай денег. Дай денег, офицер, денег дай. Мне деньги нужны. Давай деньги. О, модный офицер в шарфике такой. Давай деньги сюда. Мне на водку не хватает. Есть у тебя на водку? Давай. Давай на водку мне. Давай, или я это... Это что мне? Сколько ж водки можно купить на эти деньги? Ё-ма. Спасибо, офицер. Ё-моё. Офигеть. Капец. Дорогая, я деньги нашел. Теперь собирай свои манатки и сваливай отсюда. Я теперь один буду жить.